34-м туре итальянского чемпионата миланский Интер победил Рому из Рима со счетом 2-0. В составе гостей забили Федерико Ди Марко и Ромелу Лукаку. Игра была принципиальной. Обе команды претендуют на лигочемпионские позиции в турнирной таблице. В итоге Интер закрепляется на 4-м месте и с чувством победителя идет готовиться к матчу в Лиге чемпионов. Что касается Генриха Мхитаряна, он не просто так начинает игру со скамейки запасных. Индзаги бережет его к игре Лиги чемпионов, так как без него он не собирается выводить команду против Милана 10 числа этого месяца. И вот вторая половина второго тайма. И Генрих выходит на поле под свист бывших своих фанатов. Видимо, те до сих пор не простили его за уход из команды. Но это никак не смутило армянина. Он отлично вошел в игру, без суеты и ни одного лишнего движения. Вышел для того, чтобы удержать свою команду на плаву до конца игры. Вышел в роли опорного полузащитника и сделал ровно то, чему его учил Моуринью. Ломал атаки римлян, не давая им проводить обостряющие действия. И отдохнул, и помог команде победить. Идеальный расклад. А я на этом все. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед!